Ви торкнулися теми Донбасу. Президент вже вкотре наголосив, що в найближчий час він впевнений, так звучала інформація, у поверненні Донецька найближчий час. Так само йшлося і про інші міста тимчасово окупованих територій поки що Сходу України. Пан Тука, заступник міністра новоствореного міністерства, не так давно давав інтерв'ю і поставив, так би мовити, в цьому ключі такі питання, відповідаючи на запитання, він поставив питання. Треба, каже, визначитися, що повертати. Території, людей чи людей з територіями? Як би ви відповіли? Як і що треба повертати? Це складний питання. Знаєте, от просто сказать, чтобы услышали, но это нечестно. Мы сегодня понимаем, что невозможно сегодня проконтролировать оккупированную часть нашего государства. Потому что там огромное количество боевиков с оружием, и это реально. Так. И у них есть свое видение, но они управляются внешними силами. Так. Пока мы не найдем язык с внешними силами, в частности с Россией, без лукавого я открыто говорю, так, мы не сможем решить донбасский вопрос. Угу. Ни американцы, ни европейцы, ни другие нам не помогут. Нет решения другого, пока мы эти вопросы не сможем решить. А чтобы решить все эти вопросы, мы должны риторику вражды и гасла эти, как сказал мужчина перед этим, который звонил, москаль, хохол или другие, убрать со своего лексикона. Мы должны садиться и говорить, и решать вопросы. В пакете надо решать вопросы. Донбасский вопрос, крымский вопрос и вопрос НАТО, он должен решаться в одном пакете. Так. Другого решения этого конфликта не будет. Или мы должны соглашаться на замораживание конфликта типа Приднестровья, Абхазии и другого, на что я не хочу. Или мы должны в корне решить эту проблему и восстановить отношения с Россией. Для этого нужно правильные месседжи отправлять. Если в России чиновники боятся Путину доложить нормальные пути решения вопроса, что иногда надо гордыню оставить в сторону. Вот сказал, не верну Крым, и все, не верну. Так не бывает. Крым по-любому навсегда не останется. И решение даже, то, что призывают мои братья татары, что именно мы создадим батальоны военные, это тоже не решение вопроса. От этого поле битвы и жертвы не меняются. Жертва – это украинский народ. И поэтому сильную Россию с сильной военной базой в Крыму выбить военным путем невозможно. Мы должны работать в пакете решения вопросов. Угрожает целостности России вопрос НАТО, значит, мы должны оставить в сторону. Мы можем региональные... Дивіться, яка цікава деталь. Ніде ж в жодних заявах, в жодних коментарях, ну там теж фахівці, звичайно, школа щита, але тим не менше, тема НАТО з боку російського боку не звучить якось. Вона звучить. Почему? Они так открыто говорят, что они хотят подпускать НАТО к своим границам, чтобы в нескольких минутах полет ракет был до Москвы. Это же правда. Знаете, вот, или я должен быть псевдопатриотом и говорить, вот, мы должны воевать, враждовать, или я должен быть здравомыслящим человеком и говорить, что нет военного решения этому вопросу. Точно так же невозможно сейчас выборы проводить, когда мы не контролируем часть Донбасса. Должны ли мы прощать боевиков, которые ДНР, ЛНР воевали против Украины? Сложный вопрос. Но ради мира, может быть, на это тоже надо будет пойти. Но первым долгом это должно быть волевое решение от политиков Украины и России. Парламенту. Украины и России. Угу. А они между собой пусть разбираются. Потому что парламент иногда управляемым президентом, иногда он неуправляемый президентом. Я смотрю, что ряд законов получается, что когда президенту надо... Голосуется, а ряд не голосуется. Вот знаете, вот у нас очень интересно. Вот, вроде бы некоторые друзья, завтра опять враги, послезавтра опять друзья становятся. Надо определяться, что... особенности украинской политики такие? Именно особенности. Вот надо государственникам надо быть выше, чем просто работать в интересах своей партии и своих интересов. А когда люди нам телефонуют и говорят, навіщо нам так багато депутатов? Нам надо, чтобы они осознали это. Вообще количество депутатов надо сократить до 300. 300. Потому что во время Кравчука, когда он пришел, стал президентом, было 300. Потом мы там, даже во время Кучмы первое время, потом подняли 450. 300 депутатов максимум, я думаю, нужно. Их не важно, 300 или 200 или 500. Если они, часть из них безответственные, от этого в корне не меняется в сторону лучшего жизни. Скажіть, от коли мова йде про Донбас, і от про поліцейську місію на Донбасі, або про ці вибори, половина політичних сил
розуміють, половина не розуміють, навіщо і як їх проводити, половина під Верховну Раду виходить, ну, заявляючи, можливо, там з половини і про себе, і про своє ставлення. Це не є якимось, на вашу думку, відволікаючими маневрами? Бо дійсно, ну які вибори можуть бути, коли там зброї більше, ніж, я не знаю, там піском біля Дніпра на пляжі? Або, наприклад, яка поліцейська місія, як вона туди зайде? От, я розумію, може, це було б і корисно, але з точки зору, ну, тактики, практики, от як воно це може виглядати? То навіщо тоді про це давайте так широко вспомним, говорити? Чому була анексована, окупірована Крим? Тому що два питання росіяни поставили. Mm. Якоби американці хочуть вибити оттуда, поставити свої бази. Так. І второе, русскоязычное население могло быть подвержено там убийствам или геноциду и так далее. Но другое, это полная мрачня. Хотя мы несколько дней назад отмечали геноцид именно крымских татар, которые были депортированы. И так. Люди погибали, умирали из-за того, что их вывозили в вагонах и так далее с своих территорий. И, к сожалению, часть татар даже не могут вернуться на свою историческую родину. Нам надо все-таки садиться договариваться России и Украине. Если европейцы до конца не прил... Вы знаете, вот даже европейцы больше... С дипломатами так завжди цікаво спілкуватися. Нам треба... Ну, я буду все одно намагатися, бо я ж не дипломат, я журналіст. Лізти далі і глибше. Нам треба сідати Росії і Україні. Хто? На якому рівні? Президенти мають сісти? Та давно б уже би сіли, можливо, б щось би і домовилися. Але ж в нас сідають не президенти. В нас є контактні групи, серйозні там люди. Але от Кучма, Медведчук. І до цього часу точиться дискусії, чого там Кучма або кого там представляє Медведчук. Може, в нас щось треба змінити в складі таких груп? Я точно знаю, що Кучма іменно проукраїнську позицію держить. Так. Це однозначно. Так. Ну, діло не в цьому. Если мы с вами в одной команде, в одной партии, вы спикер, я президент, если мы поставим задачу, чтобы поднимали эти вопросы в парламенте и уже обсуждали именно в таком формате разговор, рано или поздно, работая кулуарно, даже мы сторонников сможем найти в интересах именно большого вопроса, который нужно решить для Украины. Так. Мир. Вопрос мира номер один. Так. Вот когда будет мир, здесь будет развитие. Будут люди, не будут люди погибать. Рейтинг страны поднимется. Все так. Пойдет возможность именно, чтобы сюда вкладывали деньги. Все так. Без решения вопроса с Россией, этот вопрос. Я не могу обманывать украинский народ. Если я просто буду, как говорить, как псевдопатриоты, я должен призывать к там, миру, мы пойдем, отвоюем, там Россия враг. Да, Россия агрессор по отношению к Украине. Я открыто говорю. Но нет решения другого. Мы должны сесть договариваться. И Россия должна уступать, в том числе и в крымском вопросе. Для начала украинское право должно туда вернуться. Мы можем какой-то формат переговоров провести, чтобы и определенные годы решить этот вопрос. И можно за это время начинать именно с экономических возможностей Крыма. Сегодня не надо 5 часов европейцам лететь в Дубае, если за час можно именно в Крыму создать свободную экономическую зону. И это очень серьезным фактором объединения будет интересов разных государств. У нас 4 минуты до закончения. Я глядач. Прошу, будь ласка. Скажите, пожалуйста, может быть, война не прекращается, потому что это бизнес для определенной части ну, политиков или бизнесменов? Потому что если бы она была невыгодна, она прекратилась бы. Может ли война быть бизнесом? Ну, ну, естественно, к сожалению, я вижу, что ряд чиновников, в том числе, которые аффилированы с разными предприятиями, они на этом и зарабатывают, идут заказы серьезные. Это беда, это катастрофа. И у нас и даже эти антикоррупционные бюро, оно не работает честно, объективно и справедливо. Мы не увидели серьезных результатов. Я не осуждаю людей, которые хотят и не могут делать, но я никогда не соглашусь с теми людьми, которые имеют рычаги и не делают. Это разные вещи. 223-09-71. Може, ще встигне один глядач, бо в нас десь 3 хвилини до закінчення. Може, ну, якщо встигне, то встигне, не встигне, не встигне. Ми тут про ЄС говоримо, про санкції, про ставлення до України. Скасування антиросійських санкцій вдарить по репутації Європейського Союзу. Це, готуючись до розмови, бачу просто таку тезу. Скажіть, Європейський Союз 2 роки вже сам потерпає від цих санкцій? Бо співпраця ж з Російською Федерацією налагоджена була, ну, нормально.
А тут так час затягнувся. Де є гарантії, що ці санкції будуть продовжуватися? Ви знаєте, ці санкції навіть обходяться. Цих санкцій обходяться через треті країни. Об этом никто не говорит. Да. Да, безусловно, там и Европа теряет от этого. Европа как раз-таки заинтересована в решении украинско-российского вопроса. Нам надо все-таки именно сесть подумать, не просто настраивать там европейцев против русских или русским европейцев против нас. Сесть говорить в пакете несколько вопросов. Другого пути нету. Поверьте, я как историк вам говорю. Все правильно. Если все эти вопросы так в одном пакете переговоров не поставить, а ставить по отдельности, оно не работает. Пане Рушане, якщо з цього пакету, як ви сказали, буде там фігурувати Крим, з огляду на те, що там і вопрос Росія вже зброю заводить... Вопрос Крима і НАТО должно быть там. Вопрос Крим, НАТО в одному пакеті должно бути. По отдельності воно не працює. А ситуація з Донбасом, вона як би... Донбас – це для росіян вот так, раз, один день решить вопрос. На бойовиків так вони впливають, щоб вони забралися звідти? Це очевидно. А що ж з цими всією публікою? Сьогодні навіть взорвалися, там російське військо прийшло, там десь взрив відбувся при вигрузці. К сожалению, погибли люди, там 20 чоловік, говорять, погибло. Но это все-таки часть из них наши граждане Украины, которые подвержены информационной пропаганде, и они, часть из них даже действительно считают, что они воюют с фашистами. Тут фашистов нет, мы с вами на русском языке говорим. Це так. И никто никого за мову тут и глядачи у нас абсолютно на... Пусть лучше работают наши дипломаты. А инициатива дипломатичні відносини з Російською Федерацією перервати? Це тоді взагалі вона не вкладається в нормальну... А що це нам дасть? Та, ну, нічого нам не дасть. Ми не будемо мати зв'язку. З ворогами треба мати зв'язок для того, щоб їх відчувати. Послушайте, чи не так? Якщо б це було так, що ми забрали російську територію, ми так несправедливо поступили. Прервати дипломатичні відносини – це одно. А там, де наші землі захвачені, і ми не хочемо розмовляти, щоб вирішити цей питання, ну, це нам плюсів не дасть. Пане Рушане, Україна – це Європа? Україна – це найкраща країна, яку я знаю. Дякую вам за участь в нашій передачі, в нашому марафоні. Я дякую всім нашим глядачам за те, що були з нами. За два дні ви чули наші передачі, ви телефонували, ставили запитання нашим гостям. Я лише нагадаю, що заключна передача була і розмова з Рушаном Тагієвим, відомим громадським діячем, дипломатом, головою Асамблеї національностей України. Для вас працював і замикав, скажімо так, цей марафон, присвячений Дням Європи, ведучий Сергій Дойко. Дякую вам за таку активність. Будьте з нами. Україна – це найкраща країна, яку ми знаємо. Ми її любимо. Це наша земля, це наша держава. І ми прорвемося. Дякую вам і до зустрічі. Будьте з нами.